По-моему, приключения у нас продолжаются. Где-то здесь. Ага. Вон видели свинюку. Ну и доброе утро тебе. Как мы тебя будем возвращать? Моя маленькая. Хрюня, хрюня, иди сюда. Иди, моя сладенькая. Так, 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 так. Иди сюда. Сейчас. У нас что ни день, то приключение. Ты где? Так, 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 так. Стой, иди, иди, иди сюда. Так. Не получилось. Тут же еще такие дебри, что просто так не выйдешь. Люди открывают. Так, ты куда? Пошли, пошли. Пошли, моя хорошая. Иди ко мне. Пойдем, пойдем, на. На, в пакете тут. Ой, вкусняшка. Стой. Ирина. Ирина, вот она. Так, 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 так. Подожди. А сейчас я ей открою дверь. Ой, моя Халюся. Моя славная свинья. Сейчас. Все. Ме. Зашел. И снимать, и запускать не получилось. Но беженец вернулся домой. Вот так вот называется «С добрым утром», где я кинула свой пакет. Еще говорю, никогда у нас не знаешь, какой тебя интересный сюжет поймает в парке. Или какой интересный сюжет ты поймаешь. Поэтому многие друзья мне говорят там, что вот камера, стабилизатор. Я все время говорю, что у нас есть и камеры, и любые стадикамы, стабилизаторы, все у нас есть. Но лучше, получается, в нашем случае, лучше телефона ничего нет, потому что телефон всегда с тобой, да? А самые интересные сюжеты случаются неожиданно.